Еще раз добрый вечер, снова свой уголок с вами. Хочу показать, все, сборка на черную закончилась. Почему на черную? Потому что еще надо шлифануть. И успел покрыть лаком. Лаком покрыл быстро, буквально за 5 минут. Для первый слой называю грунтовочный. Вот он проявит все непрокрасы, слои и недостатки. А потом зачищу завтра мелкой шкуркой и еще раз пройду второй слой. И заодно вот эти вот все заусенцы тут по ольхе, по этой. Вот, успел все-таки 10 час, хорошо, день большой. Можно, конечно, усилить боковинами тут поставить. Такие вот распорочки, типа вот сюда приходить будет. Но это посмотрим, как будет себя вести изголовье. Все, всем добра, завтра покажу продолжение. Всем удачи!